Я в спорте. У Гомеля открылась республиканская спартакиада дитячо-юнацких спортивных школ по легкой атлетике сярод юнаков и девчат 2000-2001 годов нараджения. У легкоатлетичной манежи «Динамо» собралась 21 команда, по 3 лепшие с каждой в области города Минска. Усяго спрашаться за звание худшейших, спрытнейших и мощнейших будут 280 удельников. Программа двухденного турнира включая бег на дистанции от 60 до 5000 метров, все виды скачку, штурхание ядра, эстафету и шматборье. Для юных спортсменов эти споборництвы – добрая махчимость заявить про себе, каб выйти на старт больше высокого уровня. Вся страна представлена сегодня. Здесь, в Гомеле, это школа, где действительно куется наш резерв. Мы открываем сезон с надеждой на то, что эти ребята покажут свои текущие результаты на высоком уровне. В то же время мы тренерам напоминаем, чтобы они не форсировали подготовку. Эти ребята пока формируются, и мы желаем, чтобы естественным путем, без супер перегруженности, они дошли до олимпийской вершины. Сярод лидеров спаборництва называют команды Гродинской и Брестской областей. Тренеры уверены, что и спортсмены Гомельщины так само продемонстрируют высокий уровень. Наша область представлена учреждением Гомельский областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике. Одна из самых сильных команд в республике. Детско-юношеской спортивной школы профсоюзов «Клен». И детско-юношеской спортивной школы города Житковича. Все звездочки вот будут принимать участие у нас в шесте. И барьеры смотрим, будем болеть за наших.